Не смотрите на мой вид, это же все-таки утро. У меня тут птички зато поют. Смотрю в окошко, слушаю птичек. Классный вид. Мне нравится. Все, сейчас иду в бой. Сегодня новый день, и хочется что-нибудь сделать для себя полезное. Сегодня проснулась в 5 утра, чтобы смонтировать видео. Вот поставила себе цель догнать видео, и для этого поняла, что даже легче просыпаться утром, чем ложиться поздно спать. Вот реально, если пораньше лечь спать, то в 5 утра даже лучше проснуться. Так что догоняем видео, 2 новых выставляется. Сейчас 5 минут медитации с птичками. И иду работать. Мой завтрак на сегодня — это персики. Нас угостили персиками, они обалденные. Вот эти собраны с земли, вот эти вот с дерева нарваны. То есть я их прям ем немытыми. Ну, а вот эти, соответственно, буду мыть, нужно закатать компотик. Я готовлю завтрак, у нас уже 8 часов. Просто решила, чтобы доели макароны, потому что иногда остается вот так вот немножечко. Я их просто сейчас яйцом разогрела на сковородке. И помидорчики порежу. Дети, наверное, помидоры не будут, но я с удовольствием. В общем, вот эта вот штука. И со сметанкой сейчас будем завтракать. Все, всем приятного аппетита. Мы завтракаем. Мои макароны с яйцом, помидорки. Афонька выбрал хлопья шоколадные эти с молоком. Антошек яичницу с макарошками. Я буду на желание с яйцом, а не с яичницей. Видишь, похоже на яичницу. Угу. Продолжаем смотреть Тихонова. Вяжем. Так, дети, не надо только драться, хорошо? Детки, идите чуть на улицу, поиграйте, ладно? А мы играем. Ага. Такая рыбёха гигантская трётся там. Но она не попалась, да? Не, ну может еще попадётся. Наверное, ещё рано утром надо идти. Вот это рыбёха. Расскажи, что у нас там на окошке растет? Перец-огонёк. Перец-огонёк. Я даже не знаю, кто такой Афоньке сказал. Кто тебе такое сказал? Папа. Папа? Что это огонёк? Да. И ты запомнил? Да. Что ты ещё запомнил? А у меня есть макароны. Есть макароны, запомнил? Какая пса? Нет, это хорошая. Так Афанасий у нас вместо дедушки работает, да? Да. Дедушка пошел сейчас еще петрушечки накосит, потому что у нас опять, как вчера, повторение, да. Гремит, да? Да. Гром гремит. Да. Начало капать, да, что ли? А нет-то, наверное. А то Степа побежал. Вот эту выкидывай, да. Как вчера маленький дождик начался. Угу. Вчера у вас был, да, мам, дождь? Угу. Такая вас... интересно, она крупская, это. Сухо, да? Нет, и у нас же не было. Магазин, говорит. Ну да, и у нас же ничего не было, а у вас был, да. Ну да. Эту тоже надо, надо, сынок. Кто тут гуляет? Я. Что тут, хорошо? Вон дождик. Дождик пошел, да? Можно теперь под зонтиком хоть погулять, да? Нет, не у Кирюши, у тети Ани сегодня. У тети Ани. Да. Мы сегодня едем. И мы поедем, правильно. 7 часов, да? Да. Все мокрое уже, намочилось, да? Да. Тут хорошо? Да. Тут нету, да, под виноградиком? Так плотно виноград, что даже дождь сюда к нам не проходит, да? Что ты покажешь, сынок? Вон она, собачка, бежала. Убежала? Да. А почему? Ночью. Да. А ты откуда знаешь? Мам, а.
Угу. Да? Да, опять. Афонечка, а ты Грише сказал, чтобы он это? Да, он уже собирается. Собирается? Только защита в машине. Едем, сейчас посмотрим, что там в станице. В станице как будто и дождя-то нету, да? Тут тоже в центре видно, что был дождь, но уже сейчас нет. Хотя маленький опять капает. Давай, капает, все, собирай. Капает, кап, 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 кап. А ты воды себе хоть набирал? Ну. Почему? Потому что ну. Ладно. Мы сейчас уже собрались, едем на день рождения до Кумы. Я сделала ей вот такой вот праздник. Сладкого дня рождения. И вот такой вот медвежонок с подарком, с цветочком. В общем, это вместо открытки. Сзади я сюда прикреплю денежки. И вот такая вот красота будет радовать Куму. Мы выходим. Папа едет. Я ему говорю, не надо туда ехать, там грязь. Он говорит, дождя сильного не было. Блин, я же видела своими глазами, ну, что дождь. Лужи прям. Говорит, сейчас мы посмотрим, как пыль будет за нами стоять. Какой был сильный дождь. Сейчас поедем за Гришкой. Я взяла ему переодевачку. У них как раз сегодня карате в спортзале. И он сейчас в раздевалке переоденется. И поедем поздравлять тетю Аню. Да, Фонечка? Да. Ты хочешь поздравлять тетю Аню? Да. Свою крестную. Фоня вообще думала, что это у Кирюхи день рождения. Нет, у твоей крестной. Тут коровка, да. Хоть посмотрим на корову, да? А то говорят, Агуша сделана на Кубани. Сейчас новая реклама Агуши. Мама, но... мы видели с вами эту корову. Да, у нее новая веревка. Обновка. Обновка у нее, да. У нее это новая обновка, новая веревка. Да какое небо красивое. Да ты как не выйдешь, у тебя все. Все красиво. Да, все красиво. У меня все вокруг красивое окружает. Не знаю, как кто живет ну, вокруг. Я знаю, муж там и всякое. Я только при выходе заметила, что ты не побритый, представляешь? Да ты вообще на меня внимания не обращай. Выше пояса. Ну, Галь, я это буду на YouTube выкладывать. Что люди подумают? Да что они видят? Что у нас 4 ребенка будет скоро? Не знаю, у вас может. Ой, Галя, какой закат. Заглянин, красивый КамАЗ едет. Это мы еще и ремонт дороги возле кладбища, да? Галя, КамАЗ, как красиво поедет. Ух ты, он реально красивый. Лягушка, лягушка, поскакала. А ты видела ее? А, нет, ну, наверное, наехал. Лянь, латку положили новую. За... Выходить, будем целовать? Да. Фотографируем. Ангела сделаю. На дороге, на асфальте. Лянь, мужик на велосипеде. Красивый. Не знаю. Ой, здесь вообще так красиво. На Чапаева. Какой красивый закат сейчас мы до Фастовых. Уже подъезжаем, Гришку забрали. Да. Вот Григорий переоделся. Идите, идите. Вот там за медом смотрите. Какой мед? Там сзади где-то папа баночку меда поставил. Тот, который вам... По фоне идет крестную поздравлять. Папа, поправим ему только рубашечку. Нет, сверху, вот где воротник. Что? Давайте. А, надо открывать тебе? Да. Я медовый купил. Это Катюшка. Смотрим затмение, но сейчас его луна закрыла. Вернее, туча закрыла. Ну, она же мне... Так, мы едем домой уже. Крысю хлеб. Все, темнота везде. Темнота, папа, друг молодежи. Что такое, зайчик? Уже все спать хотят. Ой, тихо, подожди, у тебя тут жучок сидит. Там все жучки были, и мы, по-моему, все домой привезли. Иди ложись, умывайся. Еще один Сонька мой. Пошли спать. Фонька даже там заснул на дне рождения.